Всем привет, вы на канале Мегабабки. Сегодня поговорим о классном проекте, который стартанул сегодня. Это новая экономическая игра от блогера. Но сначала хочу вам посоветовать один очень классный канал. Канал называется «Заработок в интернете». Все о заработке в интернете. Ссылочка внизу в описании. Администратора этого канала я знаю. Пацан очень умный, как говорится, с мозгами. У него в основном фастики, потому кому нравятся быстро играющие проекты, обязательно заходите и подписывайтесь на его канал. А сейчас поговорим о проекте. Проект называется Car Girl. Вот так вот выглядит весь проект. Регистрация тут обычная. Чтобы выводить деньги, по-любому надо внести денежку на 2 рубля минимально. При пополнении, точнее, сейчас купить машину, вы пополняете денежку, потом заходите в купить машину. Вот так вот это все выглядит. Стоимость первой машины 20 рублей, второй 150 рублей, третий 500 рублей, четвертый 1000 рублей. То есть 1000 рублей это 100 тысяч золотых. То есть вы сами можете посчитать, сколько это вообще выходит. Еще что хотел бы сказать. Есть ежедневный бонус. То есть вы можете каждый день 24 часа заходить, собирать бонус и начинать зарабатывать без вложений. Внести 10 рублей, точнее 20 рублей, чтобы купить первую машинку. И потом просто без вложений, грубо говоря. Точнее, не получается, да, без вложений. С вложениями 20 рублей начинать развивать свою игру. Еще что хотел бы вам сказать. Проинвестировано здесь уже 1400 рублей. Выплачено 27 рублей. Всего за 24 часа 23 человека, 0 дней проекту. Проект от админ его, от этого канала. Солдатик, кто его знает, обязательно зайдет в этот проект, потому что этот хлопчик тоже со мной общается, мы с ним тоже дружим. Что бы я хотел сказать? Ему просто надоели фасты, которые начинают закрываться, и он решил попробовать себя в роли админа. Попробовать показать этим админам, которые закрываются, что, как надо работать. Есть у него на канале видео об этом проекте, в котором он не скрывает, что именно он администратор, что нужно вложить небольшие суммы, потому что это его первый проект. Для начала, говорит, дайте сначала попробовать начать работать. Если проект начнет заходить, тогда уже можно, конечно, вносить чуть больше суммы. Я же здесь буду вначале стартовать без вложений. Как это можно сделать? А это можно сделать легко. Есть в этой игре ссылка на группу ВКонтакте. Вот она внизу. Есть бонус за видео на YouTube, на YouTube канале. Зайдем в группу и посмотрим. Вот что нам предлагает. Бонус за видео от 50 рублей до 1000 рублей. В зависимости от вашего канала. Вот так вот это все выглядит. Обязательно подписывайтесь на группу. Не знаю, сколько проработает. Солдатик тоже говорит, ребят, как пойдет. Если все пойдет нормально, то буду работать до нуля. До нуля он будет работать в любом раскладе. Я с ним общался, он говорит, 10%, как все админы нормальные, берут себе с кассы, все остальное будет идти в ноль в проекте. Потому, в принципе, я могу посоветовать вам этот проект для вложений, но вложить не больше 1000 рублей. Потому что, если вы вложите больше 1000 рублей, вы можете их потерять. А для кого-то 1000 рублей это небольшая сумма. В принципе, кто на что может проинвестировать, смотрите сами. Мой совет — вложить небольшие суммы, кто сколько может. Если вы не можете вложить, то просто сделайте видео обзор,
скиньте его в группу ВКонтакте. Администратор посмотрит и выделит вам те же 50 рублей на счет в игре, то есть на покупки. А там уже вы будете покупать себе машины и начинать развиваться без вложений. Вот так вот это все выглядит. Сайт, думаю, перспективный чисто из-за того, что админ солдатик. Потому ссылочку на проект я внизу в описании оставляю. Ссылочку на канал солдатика я оставляю тоже внизу в описании. Ссылочку на заработок в интернете тоже внизу в описании. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Об этом проекте буду еще записывать дальше видео. По-любому, думаю, проект проработает достойно, так как блогеры очень редко запускают проекты, чтобы, как говорится, не опозорить свое имя. Потому в надежде, что проект будет держаться и держаться достойно. А вы были на канале Мегабабки. Всегда стараюсь привести вас к хорошим деньгам. И всем пока.